Девочки, актриса в театре. Кто-нибудь, кто здесь есть? Боже мой, никого. Танечка, вы сегодня заработаете. Я очень рада, Таня. Когда вы работаете, Танечка, я совершенно спокойна. Танечка, скажите, пожалуйста, моя дорогая, вы могли бы убрать вот этот синяк страсти на лице? Танечка, у актрисы всегда должно быть на лице что-то от страсти. У меня синяк. Боже мой, это я сегодня утром шла за кофе и долбанулась о косяк. Я вчера вела всю ночь корпоратив у одного магната. Черт, я надела эти очки. Да, ну, Танечка, а что делать? Пока приглашают, пока платят деньги. Надо ходить же, правда? Боже мой, он говорил, я так думала, судя по тому, что он говорил, что он нефтяной магнат. Да, потом выяснилось, что он качает это канализационное. Вы что? Фу, он мудрец. Нефть и газ скоро закончатся. То, что качает он, пока мы есть. Танечка, скажите, на какую стерву я сегодня играю? Конечно, стерву. Это у мужчин амплуа. Герой-любовник, злостный убийца и там сумасшедший пьяница. У женщин стерва, что бы ни играла, стерва. Только все от возраста зависит. Стерва молодая, стерва с опытом, стерва клиническая. Да. Танечка, не могли бы вы мне что-нибудь сделать с лицом? Боже. Танечка, ну я хочу помоложе выглядеть. А мы делали это с вами. Танечка, боже мой, неужели вы забыли, как мы с вами играли в каком-то спектакле? Боже мой, я не помню название. Мы играли с вами и бабушку, и внучку. Вы мне так затягивали сзади волосы. Ой, я была младенцем новорожденным. А когда опускали, у меня за спектакль уши несколько раз встречались. То на затылке, то на носу. Кто к нам явился? Надежда театра, звезда экрана. Здравствуйте, Анжелочка. Здравствуйте, Саня. Вы потрясающе выглядите, Анжелочка, да? Несмотря на вашу сумасшедшую молодость. Да, Анжелочка, какой повод? Вы выглядите потрясающе. Вы сделали очередную подтяжку? Я шучу. А что вы плачете? Как вы сказали? Ребенок? Подождите, как ребенок? Вы беременны? Танечка, вы беременна, а я ничего не знаю. Как вы сказали, что вы со своим Борюсиком никогда не видитесь? Как вы беременна, девочка? И уже шевелится, и я не знаю. Ребенок же не геморрой, правда? По-любому же проявится, девочка. Моя дорогая, а что вы плачете? Это же радость. Как Борюсик хочет знать, кто отец ребенка? Анжелочка, скажите, это больше волнует вас или его? Скажите, что подкинули. Да, моя дорогая, о моем умении разговаривать с мужчинами знал весь театр. Что? В городе знали. Передавали из уст в уста. Однажды мой муж достал меня прекрасно обнаженную. На руках и безобразно голову мужчины.
Он открыл дверь и опа! Я орала, закройте дверь! Ты мешаешь нам репетировать! Мы репетируем сцену в раю! Адам и Ева! Так растерялся Анжелыч! Он кричал, а где же тогда змей-искуситель? Где яблоко, где фиговый листок, в конце концов? Я говорила, змей-искуситель был в бутылке. Мы ее выпили, яблоком закусили. А ты потом скажи, какой фиговый листок может прикрыть эту прелесть? Только лопух! Понимаете, а лопуха в раю не могло быть, это сорняк. Что? Я была убедительна. Он закрыл дверь, и все было исчерпано. Танечка, сделайте что-нибудь с лицом. Пока оно не нарисовано, я как вампир не отражаю зеркало. Анжелочка, почему опять слезы, девочка моя? Почему? Боренька хочет присутствовать на родах? Дайте мне трубку, я с ним поговорю. Дайте. Алло, Боренька. Здравствуйте, солнце мое. Серафима Александровна. Да, узнали. Боренька, мне сказала только что Анжелочка, что вы хотите присутствовать при родах. Правильно? Лучше бы присутствовали при зачатии. Ой, по-моему, я хорошо пошутила. Анжелочка бесконечно рассказывает о вас. Да, она говорит, что вы лучший мужчина в мире. Когда говорит? Ну, когда вас с кем-то сравнивает. Ой, по-моему, я сегодня ударю. Не обижайтесь на старую дуру. Боренька, мне сказала Анжелочка, что вы хотите, ну, присутствовать при родах. Мне кажется, если вы меня послушаете, это глупость. Знаете что, вы все вечером увидите в новостях. Да. А потом мы с вами выпьем на брудершафт по телефону. Я вас целую, мой дорогой. До свидания. Анжела, а когда вам врачи назначили рожать? В мае? Анжела, это не может быть. Этого никак, вы сорвете примерный спектакль. Нет, лето придется потерпеть. Да. Нет, ну где-нибудь в сентябре, в октябре, пожалуйста. Летом гастроли. Мы себе не принадлежим, дорогая моя. Мы принадлежим театру, мы принадлежим зрителям. Ну, Анжелочка, это только зрители решают, когда нам рожать, когда нам играть, с кем нам спать, кого любить, когда нам болеть, когда нам умирать. Только зрители решают, когда нам аплодировать. И только зрители решают, когда опустить занавес и провожать в последний путь последними аплодисмент. Ну что, был звонок. А, пойдем, настаем звонок, третий звонок. Вы сегодня играете Офелию. Я королеву-мать, я тоже когда-то играла Офелию. Вы тоже когда-нибудь сыграете королеву-мать? Ну что, девочка, вперед. Возьмите шлейф своей королевы. И вперед, деточка, на сцену.